Привет, ребята, с вами Блюкат, и сегодня я буду играть в игру Toilet Fight. Для открытого мира, увы, мне нужно 431 уровень пройти. У меня только 341. Надо 431, как я уже сказал. У меня 14000 чипов. Коплю я на ТВ Титана. Вот это вот существо недоделанное. Под названием Большой Камерамен я покупать не буду. Потому что он беспомощный, я считаю. Коды я все вводил. Не знаю. Но кроме промокодов из нового обновления, которые будут, ну, там Робзи, Арм. Вот промокоды, например, как Зенджи. Ой. Я их уже вводил. Подписчики. Ладно, выхожу. Играю я за ТВ Майен. Кроме него у меня есть камерамен, большой спикермен, титан спикермен, который полный говно. Вантузмен. И скоро будет на 20000 чипов титан ТВ-мен. Ну ладно, хватит говорить и погнали играть. Все, капец, беру. Их светом повержаю. Повержаю. И все, что уничтожу. О, это опасный челик. Его 3000 хп. Все. О. Я беру такой и убиваю его. Чаль, не успел ты меня просверлить. О, вот раз какой-то будет это челик. Какой-то будет челик. Рандомный. В этот раз-то астроскибидист. Ладно, получай светом. Свет тебя не убивает. Понятно. Оу. Вообще все хорошо, я так сказать не могу. Вообще я так сказать не могу, подписчики. Бегу. Паук. 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 Ну, паука повержить. Уничтожить легко. Ну, это вот драку в канаве — это самое легкое. Одно из самых легких. Что там два самых легких? Битва на доме, битва в канаве. Которые вот. Битва на доме вы прям скоро очень увидите. Битву на доме. Ну а пока я беру просто и светом их разламываю. Своим сильным. Че, мутант? Мутант. Размутантись-то обратно. Что тебе меня не победить. Снова какая-то реклама. Опа. Все, я продолжаю играть. Быстрее бы Диперкольд и Магадан бы убрали рекламу. Вообще из этой игры. О, паразитики летят. Они стоят сильнее с каждым уровнем. Ну, с каждым уровнем с ученым. Вот та самая битва на доме. Где мой свет, он просто легендарный. Просто подписчики. Капец. Я тут легендарный воин. Да ты чё? Я что, решил победить?
Ну, не победишь. Я такой просто ему говорю. На тебе порылу. Да блин, опять. Все. Готово. Я победил его. О, скоро будет боссик наконец-то. Опа. Все. Подливай их светом. О, это вот неудача. Что мне сейчас свет попался. Понимаете, какая-то неудача, насколько вот. То, что все вот. Ну, не выиграть никак. Свет с временем заканчивается, и ты просто беспомощный. Что там не настолько времени. Да блин, мне что тут решают использовать? Мне что тут используют в этой игре? Как ТВ-мену, что ли, беспомощного? Так, все. А, теперь нормально. Ого. Десять хп. Подписчики, представляете, как это мало. Теперь я буду настолько аккуратен, потому что вы аж не представляете. Чтобы не снести все последние мои 10 хп. Чтобы не снести себе их. Ну, короче, я выиграл с 10 хп. И все равно выиграл, как говорится. О, подписчики. Вот просто логика Toilet Fight. Начнем. Когда ты находишься у машины, за машиной, ты такой... Во-первых, мы 2 метра. Почему мы такие низкие кажемся, как ребенок? Даже я выше этого стекла. Так что, как это вообще так происходит? То, что бомбы его не одолевают, во-первых. А во-вторых, вот, давайте подождем минутку. Когда он стреляет, он попадает в окно. Ну, я стою прям у окна головой. Ну, он мне не попадает. Это что за тупость? Ладно, тупость не тупость, но порылу ты получишь. И ты человек унитазовый. Он вообще просто вот он беспомощный тоже в случае со мной. Но я не бот. Это, если кто-то не знал, то... вам все конец. Ждем еще 1,5 часа. А не пришлось ждать. Это в шапане. Я такой просто жду. Все, дождался. 500 чипов в кармане. Этим вот существам конец. И что ты мне сделаешь? Это очень опасно, если видит подписчики, чтобы вы знали. Видно, вы уже знали, что мне он взял с одного удара, размахал. Ой, секунду. Все, подписчики. Просто немножко отвлекся. Мне какой-то там неизвестный номер звонил. Просто авторский бедист, это жесть. Ладно, еще этот вот телепортер. Ну вот, там он падал с шипом. Это... никакому объяснению не поддается. Ни научному, ни ненаучному. Опа. Ладно, битва в канализации, это изи. Вообще их так разваливают.
просто подписчики. Не просто что сказать. Я не знаю. Да я сам не знаю, что, что сказать. Оу. Астровский бедишник. В случае с ним нельзя использовать свет обычного ТВ-мена, а то это просто он закончится и вас размахает. Как вы видите. Но вы видите, что я верю в вас. Опа. Получай. Мохнатик. Ты махинация недоделанная. Ты суздалский бедист ученый. Так ты его лучшего внука чуть не угробил. Если ты меня угробишь. Ты угробил. Вот падал. Оу, паукан. Ну, с пауканами мы справляемся на изи. Капец. Да блин, на! Ладно, снова очаровываю его своим замечательным светом. Очаровательным прям. Вот это вот должно будет уничтожить очень легко. Ах ты. Секунду, подписчики. Некто коммент прислал. Почему вы шлете столько комментов на видео, где камера Титан сломался? Оу. Изи. Я раскидываю бомбы направо и налево. Ладно. Я беру и уничтожаю этих паразитиков. Пум. Капец. Сразу плюс 100. Mm.
Ладно. Беру, уничтожаю этих паразитиков. Все, капец. Сейчас я уничтожу этого босса скибидишника Пилу-у-у. Пилу. Понимаете, как это круто? Понимаете? Подписчики, вы просто не понимаете. Нифига себе, ты подрос, падла. Ты уже 10 тысяч хп. Не маленько так, не маленечко. Оля куда поехал? Увы, но этот город сегодня закрыт. Сраный Восток. Но город Сраный Восток сегодня закрыт. Повторяю вам. Ладно. Меня он уничтожил, что он повернулся не в тот момент. Этот гадюк. Сволочук. Все, пытаюсь его уничтожить. Стоп, что это у него за кулон в этой игре там? Жду. Оу. И что? Блин. Подписчики, он не раз... Может, хотя... Самое невозможное, это скибидис. Ну, короче. Этот такой же невозможный. Тот невозможный, но все равно. Невозможный каждый босс. Ну, все возможно. Все бывает, как сказать. Простите, скибидисты. Вам уж жизни не видать. Ах. Оу. Хорошо. Тебе хана, тебе хана. И что ты пильщик на пильщик? О, все, поехал, приехал. Все, короче, добивайся до 3000. Ладно, ехай ко мне. Поезжайте. Ехайте. Ой, красава. Короче, пила такая, я бы сказала, не маленькая. Он в любой момент может повернуться и поехать. Уже поехал. Короче, подписчики, этому вот красавчику капец. Нашел. Ну, а скоро я накоплю на Титана Тиря Майана. Кстати, с прохождением этого уровня я гляну, сколько мне осталось уровней до открытого мира. Так что и до Титана сколько. Вот до открытого мира мне осталось 70 уровней. Так немало. Это 7 боссов. Ну а до этого 3000. Тебе, мэн, Титан, ты чё так дорого стоишь? Ладно, подписчики, надеюсь, вам понравилось видео. Ну а кому понравилось, ставьте лайки и всем пока. Ну а мне не нравится. Я на Титан не накопил.